13 ноября Ульяновский театр юного зрителя «Небольшой» отметил 15-летие. Ульяновский ТЮЗ является одним из самых молодых государственных театров России. Он был создан 13 ноября 2001 года. Через два года получил имя «Небольшой». В 2004 году театр обрел свой дом. С этого момента на его сцене было сыграно более 40 театральных постановок, которые посмотрело 400 тысяч зрителей разных возрастов. В воскресенье коллектив театра пришли поздравить коллеги, друзья и партнеры. Каждый мог оставить свое поздравление на огромном плакате «Поздравления от наших зрителей». Сегодня от всех нас с вами слова благодарности Юрию Вячеславовичу Полянскому, руководителю факультета культуры и искусств Татьяне Евгеньевне Никитиной, первому директору театра Александру Владимировичу Колтуну и первому режиссеру и бессменному режиссеру театра, сегодня еще и руководителю этого учреждения Эдуарду Аркадьевичу Терехову. Всем им огромные слова благодарности за то, что такой театр появился на культурной карте Ульяновской области. В этот праздничный вечер сотрудники театра получили награды от Министерства искусства и культурной политики региона. Как сказала Татьяна Ившина, на этой неделе также состоится неформальная встреча губернатора Сергея Морозова с коллективом театра, во время которой он поздравит всех с юбилеем, вручит награды и обсудит планы развития театра. За время своего существования Ульяновский ТЮЗ стал любим не только у себя дома в Ульяновской области, но и далеко за его пределами. Многие постановки театра – обладатели наград межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей от Якутска до Крыма. На юбилейном вечере был показан премьерный спектакль «Русский водевиль» или «Любите ли вы театр?». Особенное место в репертуаре театра занимают спектакли и проекты духовно-нравственной и патриотической направленности. В этом году театр проводит очередной проект «Карамзинский марафон». Более подробно о нем рассказал руководитель театра Эдуард Терехов. Участники проекта показали спектакли, отрывки из музыкальных произведений, хореографических произведений, посвященные истории нашего государства. И, в общем-то, проект не прошел незамеченным. Очень важно то, что мы внесли в лепту в такое вот в историческое воспитание и в развитие молодого поколения вот, на основе нашей славной истории. Коллектив театра приготовил гостям массу сюрпризов, в числе которых розыгрыш подарков. Обладатели 15 счастливых билетов получили имбирные пряники, на которых стояло имя театра, а также пригласительные билеты. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.